Теперь бриллианты можно купить за биткоины. Как сообщает CoinTelegraph, фирма по розничной торговле бриллиантов Summer Halim их Нью-Йорк начинает принимать биткоины в качестве оплаты. По данным компании, большинство покупок раньше совершалось с помощью американского доллара. Изменение настроения азиатских и средневосточных инвесторов привело к тому, что вырос интерес к дорогостоящим покупкам с помощью биткоина. Технология блокчейн совершила переворот в торговле бриллиантами, когда ее начали использовать для борьбы с контрабандой. Как утверждает гендиректор компании Summer Halim, их доступность торговли с помощью биткоина из любой точки мира делает ее выгодной, как для поставщиков из Африки, так и для покупателей из Бразилии, Южной Африки, Нигерии, Индии и других развивающихся стран. Он уверен, что эта валюта совершит переворот на этом рынке, сделав покупки для клиентов легче, дешевле и быстрее. Планируется, что компанию будет обслуживать BitPay, которая также предоставит биткоин-кошелек.